К этой теме мы еще обязательно вернемся сейчас к другим новостям. В Турции задержали 11 спецназовцев, которые пытались захватить Эрдогана. Те самые люди. 9 бойцов были арестованы около полуночи. Задержать их местные жители помогли. Именно они сообщили стражам порядка о том, где мятежники спрятались. Поиски еще 2 подозреваемых продлились до утра. Нападение на отель, где находился Эрдоган, произошло в ходе попытки военного переворота в Турции. Военные хотели захватить президента, но он успел за 15 минут до выйти из здания.